Всем привет-привет! На сегодняшний день спорт, здоровый образ жизни, правильное питание – это те самые ключевые слова, которые вы видите в любой социальной сети, которая сейчас просто на пике популярности. На самом деле фитнес популярен, как я понимаю, уже около 3 лет, может быть даже больше, но сейчас действительно практически каждая вторая девушка, мне хочется в это верить, конечно, но старается следить за своим здоровьем, за тем, что она ест, как часто она посещает спортивные клубы, тренажерные залы, занимается фитнесом и сколько же селфи она делает в них. Так что сегодня я хочу рассказать вам о 10 стадиях того, насколько вы заморочены фитнесом. Так что, если вам интересно, если хотите узнать, на какой же стадии находитесь вы, давайте начнем. Первая стадия – это когда тебе на все наплевать, что ты ешь, когда ты ешь, где ты ешь, насколько много калорий в этом блюде, тебе просто наплевать, ты наслаждаешься жизнью, ешь свои любимые печеньки и просто не задумываешься о том, что ты можешь там поправиться, и у тебя лишние килограммы появятся. А когда твоя подруга говорит о здоровом образе жизни и фитнесе, какой-то пасмурный дождливый день, сидя на подоконнике, вглядываясь вдаль и посёрбывая кофе с Орео, ты задумалась, что нужно менять свою жизнь. Ваши смутные знания о здоровом образе жизни, фитнесе и питании, естественно, нас доводят до чего? До компьютера, и мы попадаем на различные паблики типа 40 кг, типичная анорексичка и различные диеты наподобие голодовка. Все это заканчивается огромным календарем на вашей стене, где жирным фломастером выделен понедельник. Третья стадия, и вы впервые сделали шаг к своему похудению. Вы сварили куриную грудку без кожи и без соли и съели ее без майонеза. По крайней мере, до вечера майонеза точно не будет. Четвертая стадия, и вы наконец-то купили абонемент в тренажерный зал. Вы, конечно, не понимаете пока, что это за тренажеры, для чего они нужны, но тренер в тренажерном зале вам постарался это, конечно, все объяснить. Теперь, когда твоя подруга говорит тебе о фитнесе и здоровом образе жизни, ты с гордостью можешь поддержать разговор и показать свой новенький абонемент. И, наконец-то, паблики ВКонтакте начинают меняться на более адекватные. Например, T-Gym. Пятая стадия, и вы попробовали уже все тренажеры в тренажерном зале. Тренер уже оценивающим взглядом на вас посматривает, вы уже не едите майонез, вы бегаете по утрам. Хотя, конечно, умопомрачительных результатов пока еще нет, но зато вы завели инстаграм fitoniasha686 и теперь нашли свой идеальный ракурс для селфи. Шестая стадия, и у вас наконец-то появился персональный тренер. Тренируйтесь по расписанию, едите по расписанию, и, о боже, ура, через полгода у вас наконец-то есть результат. Пора сделать фотосессию до-после. Теперь в компании друзей-зоошников ты заводила, заводишь любые разговоры на любые темы и даже можешь поспорить. И вот у тебя первая травма, восстановление, травма, восстановление, спортпит. Седьмая стадия, и ты достигла верхушки правильного питания. Строго по расписанию, 7 раз в день. И каждый пропуск твоего приема пищи вызывает панику. В спортзале тебе уже знают как заядлую фитоняшу, приглашают на фотосессии, реклама, а твой тренер стал уже тебе как родственник. Твои шкафы на кухне просто ломятся от спортпита. Протеин, казеин, креатин, предтреники, витамины. Вчера в инстаграме у какой-то фитоняши видела, что она неправильно приседает. Нужно и написать об этом. Твои оставшиеся друзья уже спрашивают тебя о правильном питании, а твой организм уже сам понимает, когда у тебя заканчивается гликоген. Восьмая стадия, и ты уже питаешься интуитивно, то есть когда захочется. Иногда пропускаешь приемы пищи, но в общем-то у тебя выходит около 4-5 раз в день. Разговоры о ЗОЖ ты уже не заводишь, лучше почитать какую-то научную статью и с ней поспорить. С вашим тренером вы разошлись, просто не сошлись взглядами, и ты уже теперь тренируешься по собственной программе. Тренажерный зал пришлось сменить на более простой, где нет 186 тренажеров и 86 беговых дорожек, но зато есть 2 силовые рамы.
Девятая стадия, ты все еще питаешься интуитивно, 1-7 раз в день, пьешь сколько хочешь, улыбаешься, радуешься жизни, больше времени проводишь с семьей. Тренера в тренажерном зале появились новые, косо на тебя посматривают, что же ты там придумала новенького. А разговоры о здоровом образе жизни ты уже не заводишь, да и старайся не влезать в них. Десятая стадия. Ты ешь что хочешь, когда хочешь, где хочешь, ни о чем не паришься, ничего не читаешь, никому ничего не отвечаешь. И когда кто-то заводит разговор о здоровом образе жизни... Ну что, ребят, вот такое вот веселое видео у меня получилось. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, вы воспринимаете такой небольшой юмор на моем канале. Так что, если это так, ставьте обязательно пальчик вверх. И я очень жду, на какой же стадии вы находитесь. Напишите обязательно это в комментариях. И как вы думаете, какую стадию, может быть, вы пропустили? Потому что, мне кажется, не у всех так шло с первой до десятой стадии. Возможно, кто-то на чем-то застрял, а возможно, кто-то еще даже не начинал. Так что обязательно пишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно и интересно. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!